Так, всем привет, дорогие друзья. Хочу показать вам кое-что интересное. Что такое индукционная катушка промышленности. Вот она как выглядит. Сейчас пока. Вот такая. Но это для 600-й, кажется, трубы. Сейчас посмотрим. Вот как выглядит Тесси индукционный повар. Не знаю, как ваше. Работает от 380 вольт. Это пульт у нас уходит. Он сверху лежит, чтобы удобнее было нажимать. Сейчас запустится. Так, этим мы выставляем секунды, поставим на 60 секунд. А это мы добавляем напряжение. Секунд. Пойдемте смотреть. Так, нам понадобится видно что-нибудь. 12 градусов общая температура. Это катушка у нас. Вот видно 25 градусов. Так, все работает. Теперь возьмем, сейчас секунду, возьмем пару брусков. Так, 25 градусов, значит. Запомнили. Еще раз проверяем. Так, теперь надо нажать кнопку старт. Вот она у нас. Это подогревать стыки перед сваркой. Раньше горелкой пользовались, но уже это не актуально. Одну минуту ждем. Градусов
Мы все идем проверять. Так, ну я вижу 80.